уважает, получается. Вот тут пустота. Но если бы я ехал быстрее, оно бы немножко лучше трамбовало. Или ветер боковой был бы. Сейчас немножко расправлю. Сюда откину. Еще пойду. В общем, вот такой. Нет, выше колена. Редкий, правда. Ну, есть, вот сколько, минут 40, наверное. Вот это практически. Ладно. Ну, все, покосил уже. Покосил вот так. Перевел его в транспортное положение. Но на вишне я его не смещаю, так и тягаю сбоку. Потому что каждый раз можно передвигать его туда, на край. Но нет, в принципе, и так удобно. Хватает проезда. Сбоку вроде бы сильно не тянет. Так, буду выдвигаться, потому что еще километров 7, наверное. Да, дорога такая не очень хорошая. Yeah.